Здравствуйте, 19 часов. Вы смотрите новости в прямом эфире на телеканале «Новая Одесса». В студии Антон Равицкий. Продолжается эскалация напряженности в Сирии. Министерство иностранных дел Украины просит всех граждан покинуть страну. Дипломаты подчеркивают, что если кто-то все же захочет поехать в Сирию, то они не смогут гарантировать безопасность или экстренную помощь в случае угрозы. Ведомство попросили всех украинцев, которые знают что-либо о соотечественниках в Сирии, немедленно сообщить им всю информацию. Одесский муниципалитет проиграл очередной суд за территорию Зеленого театра, находящегося в парке Шевченко. Литовская фирма «Ханнер», чьим владельцем является Арвидас Авулис, сумела доказать, что не выполнила свои инвестиционные обстоятельства по вине города, который не может согласовать с ней проект гостиницы на месте театра. Компания заявляет, что заинтересована приступить к строительным работам как можно быстрее. В проект запланировано инвестирование значительной суммы денежных средств. В Одессе завершен региональный этап всеукраинского конкурса качества продукции «100 лучших товаров Украины». Какие одесские производители победили, знает Дарья Сидоровская. Конкурс «100 лучших товаров Украины» проводится в два этапа – на региональном и общегосударственном уровне. В этом году в региональном «Одесское качество» принимали участие 24 предприятия в номинациях «Работы и услуги», «Продовольственные, промышленные и производственно-технические товары». Комиссия работала в течение 6 месяцев, тщательно исследуя качество продукции. С разных областей были. Вот они приезжали, смотрели, отдали очень высокую оценку, большое восхищение у них было. И вот это было очень приятно, приятно слышать. Любить Одессу надо не на словах, а на деле. Любить свою страну не на словах, а на деле. Вот вы и делаете это дело. Среди товаров победителей – вина, сладости, счетчики, емкости для лабораторий, туалетная бумага, вода и перчатки. Главное – все производится в Одессе. Это повышение качества нашей продукции и увеличение ее ассортимента. Если мы не будем проводить такие конкурсы, то, в принципе, люди не будут знать, что есть такая продукция, и она одесская, украинская. Победители регионального конкурса могут участвовать в общегосударственном этапе «100 лучших товаров Украины». За национального производителя Дарья Сидоровская, Алексей Кулигин и «Новая Одесса». Закончилась реставрация памятника Владимиру Высоцкому, установленному на Французском бульваре в Одесской киностудии. В результате стихии, обрушившейся на Одессу в конце мая, упавшим деревом были повреждены декоративные элементы – паруса. Для восстановления памятника в прежнем виде была привлечена киевская реставрационная фирма-подрядчик. В Одессе во Всемирном клубе одесситов презентовали книгу Аркадия Хасина «О море, моряках и не только». Книга полна воспоминаний о той жизни, которую Аркадий провел в море, о буднях моряков и о том, какие неожиданные приключения порой подбрасывают морские ветра. Подробнее в сюжете Екатерины Лапицкой. Аркадий Хасин с 1946 года по 1998 ходил на судах Черноморского пароходства. Воспоминания об этом периоде жизни стали основой его новой книги «О море, моряках и не только». Но это вовсе не история Черноморского флота. Это история о том, как Черноморский флот повлиял на жизни людей. А эта книга, собственно, память о погибшем Черноморском пароходстве, в котором я проплавал 50 лет. Это книга о том, как пароходство создавалось на моих глазах. И это пароходство на моих же глазах и разваливалось. В книге рассказывается о людях, с которыми он ходил в море и встречался на длинных морских дорогах. Но самое главное, отмечает сам автор, это мужество и тяжелый труд моряков. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема, в решении которой может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 709-10-10. Наш выпуск завершат проект международных новостей «100 секунд» и прогноз погоды. Увидимся в 9 часов вечера. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей и хорошего вечера. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН не смогли договориться по проекту резолюции по Сирии. Закрытое срочное совещание прошло в Нью-Йорке, в штаб-квартире Совбеза ООН.
Текст резолюции предложил Лондон. Эксперты полагают, что западные страны попытаются разработать проект резолюции, открывающий путь к военному вмешательству в Сирию. Россия и Китай, обладающие в Совете правом вето, выступают категорически против применения силы. Террорист-смертник атаковал американский конвой в афганской провинции Гильмент. В результате взрыва погибли 4 человека, около 20 ранены. Хотя афганские полицейские говорят, что иностранцы были ранены в результате взрыва, представители от коалиции сил НАТО не смогли подтвердить это сообщение. В аргентинской провинции Неукен в столкновение с полицией перешли акции протеста против разработки месторождений сланцевого газа американским энергетическим гигантом «Шеврон». Около 5000 демонстрантов собрались у здания местного конгресса с требованием отменить сделку, так как она создает угрозу окружающей среде. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Общее число пострадавших от паводка на Дальнем Востоке превысило 100 тысяч человек. По последним данным, затоплены 11 тысяч домов, повреждены 570 социально значимых объектов. Разлив Амура продолжается уже несколько недель. Также от паводка страдают Еврейская автономная область и Хабаровский край. Накануне президент России Владимир Путин на вертолете совершил облет населенных пунктов, оказавшихся в зоне бедствия. Обильные снегопады вместе с похолоданием обрушились на юг страны. В результате сильных снегопадов тысячи перуанцев оказались отрезанными от внешнего мира. В ряде регионов столбик термометров опустился до нуля. В отдаленных поселках выпало до 40 сантиметров снега. Метели застали врасплох и домашний скот. На дорогах видны десятки брошенных автомобилей, увязших в снегу, когда люди пытались покинуть регион. Мадрид борется за Олимпиаду 2020. До этого несколько раз город проигрывал в схватке с другими соперниками. В этот раз у него есть все шансы на победу. Мадрид – один из трех городов, которые подали заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году. За это право он борется со Стамбулом и Токио. Организаторы говорят, что 27 из 36 необходимых спортивных объектов уже построены. Кто из городов соперников победит, станет известно уже 7 сентября. Гонконгское отделение аукционного дома Сотбис выставило для продажи редкую бело-голубую чашу. Цена этого лота – 10 миллионов долларов. Фарфоровая дворцовая чаша была создана в середине 15-го столетия. Ее уникальность в том, что узор нанесен с обеих сторон чаши. Если этот лот удастся продать за прогнозируемую сумму, то это станет рекордом для изделий того времени. Торги намечены на 8 октября. 55 лет со дня рождения могло бы исполниться 29 августа легендарному американскому певцу Майклу Джексону. Напомним, Джексон скончался на 51-м году жизни 25 июня 2009 года в своем доме в Лос-Анджелесе. По официальной версии полиции, незадолго до этого он принял сильнодействующее снотворное. Всего на счету короля поп-музыки более 350 музыкальных наград. Майкл Джексон был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный артист всех времен. За время творческой карьеры Майкла Джексона совокупный тираж его альбомов составил 750 миллионов копий по всему миру. Достижения китайской медицины брошены на помощь аллигатору-альбиносу из бразильского зоопарка. У редкой рептилии по имени Бину необычное для животного мира заболевание – искривление позвоночника. И сотрудники зверинца решили лечить подопечного вполне человеческим методом – с помощью акупунктуры. Ветеринары уверены, что иглоукалывание не даст болезни прогрессировать и улучшит общее состояние аллигатора. В столице Великобритании завершился ежегодный карнавал Notting Hill. Красочное веселье традиционно длилось на протяжении 2 дней при участии артистов с ярким гримом в пестрых нарядах. Ежегодный карнавал проводится с 1964 года на улицах лондонского района Notting Hill во второй половине 20 века, славившегося своими трущобами, где селились преимущественно иммигранты из Средиземноморья и Карибского бассейна. Своим размахом Ноттинг-Хиллский карнавал в Лондоне уступает лишь фестивалю в Рио-де-Жанейро. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоди від страхової компанії «Теком».
Как сообщают синоптики, в пятницу 30 августа в Одессе в течение дня будет облачно. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Температура воздуха ночью 17-18, днем 19-21 градус со знаком «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компанія «Теком». Впевненість у квадраті.